Сегодня мы находимся на станции теплой станции. Он меня снимает, тут проблемы что ли? Что, точку снимаешь? Как? Меня снимает, он за мной идет. Какую точку? Ассаламу алейкум. Сегодня мы находимся на станции теплый стан. И, значит, буквально неподалеку расположено несколько вещевых продуктового рынка, о которых ходит дурная слава, потому что говорят, что здесь люди скандалят, пьют, ведут себя, значит, некультурно, дерутся иной раз. Здесь происходят всяческие нарушения морали, законов. И сегодня мы приехали, чтобы посмотреть, как это выглядит на самом деле вживую, правда ли то, что пишут и говорят. Выглядит вроде все спокойно. Можно отключать там? Куда отключать? Отключать зачем снимать? Алейкум салам. Он меня снимает. Тут проблемы что ли? Что, точку снимаешь? Как? Меня снимает, он за мной идет. Какую точку? Нельзя ли на них? Меня можно снимать. Вот заняться людям нечем. Мы снимаем на любительскую камеру и будем снимать дальше, если надо. Впрочем, это все видимость. Я в курсе, что здесь иногда происходит. И драйв. На рынке на теплом стане прошел по просьбе граждан. Они жаловались на сомнительное качество товара и частые кражи. Порядок надо наводить здесь. Я без слез говорить не могу. Тебя оскорбляют, обзывают. И что зря здесь творится? Весь товар идет по одной цене. Ведь в любое время года. Сейчас, может, конечно, все под контролем. А вот и нет. Хотели, получайте. На свай продают. У всех на глазах. Вообще, если вы думаете, что это так, игрушки, то вот вам. Я не продаю. И только вот так, да, но и не прописано, сколько грамм. Тонн, наверное. Ну, тонна. 14 машин гружен. Будет как раз прецедент. Здесь в открытую это все продается, они даже спрятаться не пытаются. Уважаемый Тимур Маршани, не могли бы вы объяснить, что грозит этим людям за совершаемые ими правонарушения? В первую очередь административная ответственность, которая связана с организацией торговли и нарушением правил проведения торговли именно в местах массового скопления людей. И употребление, вполне возможно, наркотических препаратов, которые у данных лиц периодически изымаются, так называемый насвай. В перечень запрещенных в обороте препаратов он не включен, но тем не менее, если правоохранительные органы обнаружат, что действительно происходит нарушение, которое установлено будет действующими сотрудниками, в этом случае ограничить право на торговлю. Полный беспредел, а самое обидное – это мусульмане. Вы, наверное, прекрасно знаете, что ислам всегда призывает людей к благому. Каким образом? Он иногда призывает людей к благому аятами Корана, изречениями пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, или личным примером того или иного человека, отца к сыну, там, соседей, других друзей. Да. Но иногда, конечно же, к благому ислам призывает посредством каких-то действий. Он говорит, исправьте это рукой. Если не можете рукой, ну, по каким-то причинам, когда вы выступите с критикой этого несоответствия общим принятым нормам, да, если не можете и выступить с критикой по каким-то причинам, то хотя бы сердцем вы не соглашаетесь с этим и порицаете его внутри себя.